первым пришел 18 апреля, я пришел на этот завод 2007 года, 15 лет тому назад. Вот, потом устроилась дочка бухгалтером, ну, а потом уже жена подтянулась. Надежная фирма, все вместе как-то и легче работать. Вот. На работу вместе, с работой вместе, на машине. Шикарно. Я ничего не рассказывал, просто они видели, как я работаю, как я получаю, что надежно. Государственная фирма, никаких проблем, поэтому и пришли все сюда. После декретного отпуска уволилась с предыдущего места работы. Ну, как бы за семейными разговорами папа сказал, что ищет бухгалтера. Вот, решила попробовать, ну и устроилась. Во-первых, это как-то дисциплинирует. Боишься накосячить, чтобы не стыдно было детям за отца. Ну и вот, ну, друг друга держимся вот так как-то. Люди хорошие работают, ответственные. Где-то бывает даже плечо подставят, где-то ты подставишь. Делятся опытом. Хотя уже не мальчик, уже скоро документы на пенсию, но все равно всему чему-то учишься постоянно на работе. Уже 40 лет за станком, а все равно что-то наработки какие-то чужие, чем берешь. Люди делятся опытом, и ты с ними делишься опытом. А по итогу и план есть, и в кармане что-то. Не буду говорить высоких слов. Я делаю свою работу, получаю честно заработанные деньги, которые позволяют мне купить что-то жене, обрадовать детей, внукам сладостей накупить. Ну, в общем, доставить радость близким. Какая-то стабильность есть. Хочется вносить вклад, приносить пользу своему предприятию, чтобы оно процветало и дальше.